Всем привет! Сейчас я вам покажу на примере своей дочки, как можно заплести косу под названием ободок на среднюю длину волос. Расчесываем хорошо волосы и отделяем часть, которую вам нужно на ободок. Больно же. Терпи. Что у нас останется на распущенные волосы, мы убираем хвостик, чтобы нам не мешалось. Плести нужно выпуклую косу. И почему ободок? Потому что с одной стороны волосы подбираются, а с другой стороны нет. Начинаем плести от одной половинки головы. Берем так волосы. Захватываться у нас будут с одной стороны от лба. А с этой стороны, вот с этой, мы ничего не захватываем. Тут захватываем. Тут ничего не захватываем. Захватываем. Тут просто вот эту прядь вот так под косу. И все. Доплетаем до конца. Цепляем резиночкой под цвет волос. Прячем ее вот туда. Закалываем там. Оставшиеся волосы распускаем. И вот у нас получился такой ободок из косички. Можно сюда вот так бантик прицепить. Аккуратно, красивая прическа.